А вот строительный холдинг «Эвелин» предлагает ставропольцам жить в шоколаде. Накануне успешный жилищный проект они представили на той же ярмарке квартир в Ставрополе. Наталья Александровна к выбору новой квартиры подошла очень тщательно. Объездила весь город в поисках удобного района, побывала в десятках офисов, но остановилась на микрорайоне «Шоколад». Недалеко находится от того места, где я живу. Я сейчас продаю дом. Как бы если продажа состоится, я куплю трехкомнатную квартиру. Слышала давно об этой строительной компании «Эвелин». Доверяю. В этом мини-макете точной копии жилого микрорайона не только многоэтажки, парковки, но и собственная инфраструктура. В какой детский сад отдать ребенка, у будущих новоселов проблем не возникнет. Это лесопарковая зона рядом, это транспортная доступность, развитая инфраструктура, детский сад, спортивный комплекс, подземные паркинги, детские площадки. То есть наша компания очень большое внимание уделила при проектировании жилого комплекса собственной инфраструктуре. За несколько часов работы на ярмарке ставропольцы заключили несколько десятков договоров на покупку квартир в «Шоколаде». Кстати, качество жилья в микрорайоне оценили не только жильцы, но и городские и краевые власти. В копилке наград строительного холдинга и номинация «Бренд Ставрополья» и памятный знак за большой вклад в социально-культурную сферу города. Вероника Парушкина, Иван Шаталов, «Вести», Ставропольский край.